начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмеленко. А теперь переменная компонента нашего шоу. Участники, они появляются в студии, встречайте аплодисментами. Звезды, добро пожаловать, занимайте ваши звездные, красивые, удобные, уютные, счастливые места. Участник под номером один Игорь Николаев. Так, который мы будем аплодировать, Ирина Дубцова. Яркий, талантливый Аркадий Укупник. Ира, выбирайте. Песни на стихи Николая Добронравова. «Назови меня по имени», «Школьная пора», «Придумают же люди». А что такое «Придумают же люди»? А это сплетни. Сплетни песни, а вот, допустим, о жизни Дубцовой, о жизни Николаева, о жизни... Сколько в моей жизни сплетен. Во-во-во-во. Ну, их эти сплетни. Вот все «Хочу, здесь... назови меня по имени». «Назови меня по имени». Итак, как вы догадываетесь, в названии песни, либо в тексте песни есть обязательно имя. Ира, нота, в которой бы вы хотели сыграть, первая, вторая, третья, четвертая... Но решайте. Первое. Первое. Слушаем музыку. Дайр. Люба, любовь. Написала? Чья песня? Моя песня. Ее песня, верно, Ирина Дубцовой. Ну как так можно? Запрещенный прием. Нет, как можно из четырех категорий выбрать одну, и там из четырех нот выбрать одну, при том, что это первая мелодия игры, и там выбрать свою песню. Замечательно. Валдис, ведьма. Да. Но добрая. Ира, выбирайте. Опять я? Да. Три. Три в какой категории? «Назови меня по имени»? Вы можете да. любую категорию выбирать. Итак, хочу «Назови меня по имени». Нота номер три. Да, Ира. Сим, откройся. Нет. А что это? Че ты, укупник, вы забеспокоились? Вы кнопку бы нажали бы, и тогда бы а и беспокоились. Была. Да, Ира нажала первую кнопку, и Ира песня сейчас будет отвечать. Чья? Песня не моя. Не ваша. А Аркадий чья? Аркадий Семенович укупника. Сим, откройся. Странная аранжировка. Сим, отдайся. Да, да ты не бойся. Да ты не бойся и не стесняйся. Верно. Я не насильник, поверь мне, Сима. Но жить так дальше невыносимо. Ира, выбирайте. А «Школьная пора» там про школу, что ли? Ну, как вы думаете? Ну, конечно, «Школьная пора». А что, еще есть другие песни? Нет, про школу? Ну, вариантов может быть масса, вы выберете что-нибудь. «Придумают же люди». Мне очень интересно все-таки, какие песни могут «Придумают быть же люди»? Сплетен. Итак, выбрали. «Придумают же люди». Итак, это песни о изобретениях. Нотка. Первая. Вперед. Первым был Игорь, да. Ну, похоже на белый теплоход. Ах, белый теплоход, да. Верно. Юрий Михайлович. Да, Юрий Михайлович Антонов. Игорь, выбирайте. Ну, дальше придумают же люди. Нотка. Два. Поехали. Игорь. Видимо, Wi-Fi такое изобретение. Да. Нашей гастрольной жизни. Ну, тем более, что этим изобретением пользуются все без исключения. Стас Костюшкин эту песню исполняет, вы ее угадали. И да, мне не изменяет зрение, вы становитесь лидером, великолепно, выбирайте дальше. Следующая нотка в этой же категории. В этой же категории третья. Поехали. Игорь. Ну, можно было без пантомимы, и так все понятно. Народная ж песня «Старая мельница». Поехали. Которую написал он, и еще раз он. «Старая мельница» крутится, вертится. Засчитано. Как верный ответ. Я уже несколько лет, нет, больше десятилетий, наверное, порядка двух десятилетий знаком с Игорем Николаевым, и знаю, что он человек последовательный, значит, будут «Придумают же люди». Нотка номер... Четыре. Четыре, думаю, да. Слушаем. Аркадий. Как дельтаплан. Так? Полет на дельтаплане, верно? Да, у меня руки слабые просто. Да нет, хотя бы одну мелодию выиграть. Молодец, Аркад. Выбирайте, Аркадий Семенович. На стихи Николая Добронравова. Николая Добронравова. Отличная категория. Нотка. Первая. Слушаем. Игорь.
Ну вот я угадал мелодию с одной ноты, видимо. Ничего себе. Да. Ты моя мелодия. Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, верно? Обалдеть. Ну а как, такое начало. Великая песня. В исполнении Муслима Магомаева эту песню, конечно же, полюбила вся страна, весь мир. Я твой преданный орфей. Угадано. Игорь. Идем дальше. Николай Добронравов. Песни на стихи Николая Добронравова. Следующая мелодия. Номер два. По первой ноте. Аркадий. Кто тебя... Нет. Кто тебя? Кто тебя? Выдумал. Страна. Маленькая страна. Да. Верно. Да, 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 да. Маленький принц. Но там не маленькая страна, там какая-то другая страна. Звездная. Звездная страна. Звездная страна. Звездная страна, совершенно верно. Спасибо огромное, что поправили. Но все денежки достаются окупнику. Отлично, Аркадий, выбирайте. Ну, Добронравов. Очень люблю музыку. Вот такая вот. Пахмутовой. Итак, песни на стихи Добронравова. Нота номер три. Ух ты. Игорь. Не, здесь нельзя ошибаться. Нельзя. Начало, но оно хрестоматийное. Оно хрестоматийное. Можно спеть «Школьная пора». Добронравов! Пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышим мамин голос. Эти четыре ноты могут быть. Это Добронравов писал, да? Значит, мне домой возвращаться пора. Ля-л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 я. Это музыка Муруани уже. А, но? Но? Раз. Но, вы спели. Теперь нужно словами. Раз, два, Игорь. Ну какой? Тарадарадам, дарадам, 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 дарадам. Это инструментальная мелодия. Да нет. А, значит, вы считаете, что Николай Добронравов написал слова? Тарадарадам, дарадам. Хорошо пишется, да? Еще вот сейчас приду. Тарадарадам, дарадам. Тарадарадам, дарадам, дарадам. Молодость моя, Белоруссия. Но как вы промахнулись, Игорь? А нельзя было отвечать? Нет, нет, нет. Белоруссия. Теперь слышно. Две мелодии, Игорь, вы вне игры. Две мелодии, вы не можете нажимать на красную кнопку. Ирочка, выбирайте. Ну, давайте «Назови меня по имени». «Назови меня по имени». Именно. Нотка вторая или четвертая? Вторая. Вторая, слушаем. Аркадий. Куда он пошел? Остановите его. Остановите артиста. Выступать. От возбуждения говорит, а мне что-то надо выступать делать. Мне нужно двигаться, двигаться. Мне нужно двигаться. Песню я знаю, как па-па-па-па-па называется, не помню. А как она возвращается? Вот они, бумеранги. Сейчас пойдете к Николаеву. Он вот со своим вас встретит, тарадарадам, тарадам, а вы со своим пум-па-пу-па-пу-пу-пум. К нему придете. Песню я знаю, раз, название Аркаш, не помню. Два. Название. Любимчик Пашка, ну да. Как дела, Йосип любимчик Пашка? Алла Пугачева пела эту песню, не угадали. А можно сказать, что все-таки Игорь Николаев написал эту песню? Да. Двоечники вы, ребят, должен вам сказать. На двух мелодиях засыпались достаточно простых. Аркадий, две мелодии, вы вне игры. Игорь, у вас еще одна штрафная мелодия. Ирочка, споемте, друзья, ведь завтра давайте в поход... Давайте еще по имени. Назови меня по имени, нота номер 4, слушаем. Да, Ира. А это группа «Фабрика». Совершенно верно. Лёлик. Лёлик, солнце! Лёлик. Я тебя люблю, но замуж не пойду. Засчитано! Зажигается свет над Игорем Николаевым. Игорь, вы в игре. Кстати, вы сохраняете лидирующие позиции. Все замечательно. Аркадий, еще одна штрафная песня. Ирочка, выбирайте. Добронравов или «Школьная пора»? Давайте Добронравова. Четвертая мелодия. Слушаем. Да. И вновь продолжается бой. А это точно не «Школьная пора»? Это уже после «Школьной поры» происходит. И вновь продолжается бой после «Школьной поры». И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. Верно! Ну как ты вот «Любимчика Пашка» не угадал? Это же моя песня «Любимчик Пашка». Как ты со мной дружишь и не угадываешь? Понимаешь? Две штрафных мелодии для Аркадия закончились, над ним зажигается свет. Все замечательно, Игорь, выбирайте. Ну что, «Школьную пору» вы выбираете, скажите мне только какая нота. Первая, вторая, третья, четвертая?
Давайте наоборот, последняя нотка. Слушаем, нота номер 4. Аркадий. Та-ра-та-та-ра-т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 а
Восьмиклассница! Но я не буду вас наказывать, потому что на это время первого тура нашей программы подошло к финалу. Дорогие друзья, я предлагаю под аплодисменты всех присутствующих спеть еще раз эту песню. Восьмиклассница она. Второй тур нашей программы. Любите наших участников. Не устаю повторять я, уважаемые телезрители. Потому что такие люди, такие эмоции, такая музыка – это редкость. Добро пожаловать во второй тур. Лидером по итогам первого тура является, конечно же, он не ленинградский почтальон, а Игорь Николаев, потому что у него 280 рублей. Это больше, чем у Иры, чем у Аркадия. Ну, пожалуйста. Игорь... Это вообще логично. У кого да. больше всех что хитов, логично, да. тот и угадывает. Выбирайте, Игорь. «Лолита», «Любовный треугольник», «Коротко и ясно», «Мужской разговор». Давайте «Мужской разговор». «Мужской разговор» песни о нас с вами, о мужчинах, красавцах. Я бы даже позволил себе добавить такой эпитет «самцах». 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Аркадий. Ой, какой был мужчина. Настоящий полковник, верно? Аркадий, выбирайте. Лолита. Лолита. Ну, у нас на эстраде одна Лолита. Итак, песни из репертуара этой потрясающей певицы. Поехали! Да, Игорь. А, пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Это песня о женской дружбе. Да, 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 совершенно верно. Игорь, будете оставаться в этой категории? Нет, давайте коротко и ясно. Коротко и ясно. Названия песен состоят из одного, максимум двух слогов. Короткие, емкие названия. Слушаем музыку. Ирочка. Это Басков. Нет. Нет? Я бы сказал, это... Подождите. Это Стас там, Михайлов, да. я бы сказал там. Так. Что? Там. Там, 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 тарам, тарам, тарам. Да, да, там. А, да ладно. Стас Михайлов, есть такая песня, засчитана. А что, считается? А не могу я Иру Дубцову наказывать. Нет, девочки, не можно. А, Ира, выбирайте. Любовный треугольник. Любовный треугольник, нота номер один. Первая мелодия, слушаем. Ну, тут-то я не мог не узнать да. собственную такое? Песню. Но. Крикну, а вокруг тишина. Крикну, а ты ее пела. Тишина, конечно, да. Пела, да. Да, да, да. Сильная женщина плачет у окна. Угадно. А почему это треугольник? Аркадий, расскажите, пожалуйста. Ну, Алла Борисовна, окно. Да, и Галкин. И тишина. Тогда ладно. Аркадий, выбирайте. Давайте «Любовный треугольник». Поехали. Секунду, Аркадий. А я знаю. Оставайтесь там. Не надо сокращать дистанцию. У вас нет ответа, Аркаш. Но. Есть ответ. Но. Есть ответ. Раз. Два. Со мной. Со мной, с тобой. Это... Ну, раз, два, три. У меня появился другой группа Виагра. К сожалению, еще одна ошибка Аркадия Семеновича Укопника на площадке. Ну, нельзя было нажимать кнопку, если не уверены, потому что во втором туре подобные ошибки караются жестко. Ира, выбирайте. Любовный такой любовный треугольник. Треугольник. Давайте мелодия номер три. Да, Ирочка. А ты нашел другую. Ну, в данном случае там не... от лица мужчины появится, а я нашел другую. Ну, хоть а не я люблю, сказала так, но я, целую понимаете. Дым сигарет с ментолом. Верно! Нэнси. Группа Нэнси исполняла эту песню.
Пусть не люблю, но целую. А когда я... Не люблю, но целую. Целую. А когда я ее обнимаю, целую. Поем Николаеву. А тебе... Вспоминаю. Все-таки есть. Дружба суспенсия не прошла, да, бесследно. Так, Ирочка, остаемся в категории. Любовный треугольник? Да, мне нравится. Четвертая, последняя мелодия в этой категории. Да, Ира! Чужая свадьба. Чужая свадьба, верно. Державин написал эту песню. Моментальная реакция. Чужая свадьба. Да. Распахнутая дверь. Чужая свадьба. Чужая свадьба. Ну вот и все. А я не замужем. Теперь. Андрей Державин. Стоп. Я могу эту обнародовать? Да, информацию? Дорогие друзья, Ира Дубцова по-прежнему не замужем? Вы что, мужчины, вы что, ослепли, что ли? Все бежать к ней. Бросать все богатства к ее ногам. Нет, вы сами выберите. Выбирайте, Ира, хорошо. Кстати, любую категорию, потом кроме обсудим, любовный треугольник. А я не в игре? Вы в игре. Мы просто про вас забыли, тут Ира так жжет. Я знаю свет. Так жжет. Ирочка, все кроме любовного треугольника. Лолита, коротко и ясно, мужской разговор. Лолита, давайте, Лолита. Лолита, так, следующая мелодия. Ира! Сейчас я вспомню название. Так, главное еще дунуть так, Ира, так. Да это я помню, там, да-да-да-да-да-да-да-дам. Но. Да-да-да-да-да-да-дам. Дубцова, вы доиграете сейчас? А? Раз, два, Ира. Лола меня убьет. Конечно, убьет. А меня жена убьет. Все друг друга убьют. Здесь будет вообще Санта-Барбара индийская. Раз, два, три, когда муж пошел за пивом. За пивом. Две мелодии в ней играть. Ир, так нельзя. Ну, нельзя так, нельзя. А муж обои купил топором, а после пошел за пивом. Это потому что ни мужа, ни пива. Поэтому не я не угадала. Это все, вещи, редко встречающиеся в моем обиходе. Кукупнику все претензии, если что. Так, Игорь, выбирайте. Мужской разговор. Вернее. Мужской разговор, следующая мелодия, поехали. Давайте уже угадывать. Ирочка, две мелодии вне игры. А, хорошо. Дарка, Игорь. Да-да, я с тобой что-то. Действительно, что же там такое в этой песне? А Дубцова точно вам глаза высорпает. Подождите, «Фабрика 4». Конечно. «Бессонные ночи». Конечно. Ира, это да. Это мелодия? Конечно. Это то, о чем мы подумали сейчас. Более того, я в своей... Я вне игры, но песня моя. Да, песня называется «О нем», друзья мои. Я за ним одним, я к нему одному. Великая песня великой певицы и великого композитора. Прекрасная песня. И угадала! С этой песней открылась Ира, конечно. Да. Игорь, прошу. Там же, видимо, мужской разговор. Мужской разговор, следующая мелодия. Да, Аркадий! Спокойно. Ну, кретинизм. Выпьем за любовь. Бум. Ну, не, как, не отбивать. Не выпьем надо. За любовь. Сейчас, я знаю эту песню. Аркадий Семенович, соберитесь. Я подсказывать не буду. На одну ноту надо было подождать. Я за ним одним. Эх, я к нему. Но... Ну, подожди, ну вот почему отвлекаете? Больная пора. Я же знаю песню, но вот вы отвлекаетесь. Это вот специально. Как за пивом приблизительно. Я же не женюсь. Вот это ты так подсказываешь, я понимаю. Я только что Дубцовой не зачитал мелодию. Почему я вас должен спасать? Раз, два, три. Потому что мы с тобой недавно снимались. Младший. А я девочка. Младший лейтенант. Младший лейтенант, естественно, мальчик молодой. Да не буду я вас наказывать, потому что это время второго тура. Мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант. Опа! Вот это приятно, что, понимаешь, звучат мои без песни кольца, это, на таком исполнении. Твоей любви ни капли не хочу. Ба-ба-бам! Быдыщ. Ча-ча-ча. Вот, не-не-не-не-не-не-не-не, Игорь, именно быдыщ, потому что...
фраза «бдыщ» точно охарактеризовывает судьбу Аркадия Укупника на нашей площадке. На этом мы вас выгоняем, Аркадий. Ира, Игорь, а вам еще нужно поговорить с друг другом в нашем полуфинале. Итак, третий тур нашей программы. Ирина Дубцова, Игорь Николаев. Ну и надо сказать, Аркадий Укупник, потому что он не покинул студию, он присоединился к зрителям нашего шоу. Третий тур. Торговля друг с другом за право назвать мелодию после моей подсказки. Подсказка номер один. Песня о млекопитающем, наделенном нехарактерной для себя доброжелательностью. Игорь, начинай торги. О, боже мой. Ну, 7 для начала, Ириш. Ну, хорошо, 6. Ну, ты догадалась, о чем речь? Что за песня? Естественно. Серьезно? Конечно. Дружелюбность, конечно, мне слово немножко смутило. Я немножко по-другому себе представляю, но... Животных, а млекопитающих. Мишку, что ли, представил? Или кого? Нет. Кого? Но, Игорь, принимайте решение. Ира сказала 6 нот. С 5. Так. Нот. Ирочка? С 4. С 4, так, Игорь. Есть возможность сказать 3 ноты. Рискнете? А-а-а. Ну, я все равно не знаю, я проиграю, поэтому я скажу, что я угадываю с 3. Угадываю с 3 нот. Оп. Не знаю. Конечно, 3 ноты. Варианты. Советую, что называется, пальцем в небо. А в небе пусто. Раз, два, три. Мой ласковый и нежный зверь. Боже, я так мой. Люблю тебя, поверь. То есть, я так люблю. Но это двойной конфуз, потому что не угадать собственную песню. Так, мелодия номер 2. Подсказываю. Песня о частичке горя, разбавляющей океан любовных переживаний. Опа. Ира, начинай торги. Частички горя, разбавляющей океан любви. Любовных переживаний. Любовных переживаний. Да. Давайте, Ира. Частичка горя. 7. 7. Ну, давай 6. 6. 5. 5. Игорь. 4. Ира. 3. 3. 3 ноты. Поехали. Капля. Капля в море. Капля в море. А на море корабли. Корабли. Верно. Вау. 2-0. Так. Песня о военном, которому присуща исключительная отвага. Ира, начинайте. Ну, сейчас 7, небось, скажет. Скажет. А может, и 6. 7, конечно. 7. Игорь? Цифра красивая, просто нравится. Красивая. 5. Ничего себе. Ира? Что, вы знаете заранее, как я каплю в мой? Я знаю, что я скажу 4, я скажу 3. Он обострил предлагаемые обстоятельства. Ну, 4. Игорь? Ну, все. Уйти со счетом 3-0, это, конечно, круто. Но с другой стороны, Ира, отлично. Давай. Что да? Давай? Я вообще понятия угадывай. Не имею, угадывай, 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 тихо-тихо-тихо. Угадывай с 4 нот. Минорное трезвучие. Mm. Хорошая подсказка. Mm. Раз, два, три. Какая вот самая известная песня о военном, которому присуща исключительная отвага? Назовите, вдруг попадете... Пальцем, как мы любим говорить, Укупника. Раз, два, три. Комбат, батяня, батяня, комбат. Точно. Сердце не прятал за спиной, ребят. Вы знали? Угадано, но не вами. Мной, Укупником и Игорем Николаевым. Счет 2-1, подсказка номер 4. Песня о напрасном употреблении лекарственных средств. Игорь, начинайте. Напрасно я пил эти лекарства, да, вот так оно. Примерно такой да. Текст. Ну, давайте 7 нот. Я один пил этот аспирин. 7 нот, Ира. 6. Игорь. 5, соответственно. Дубцова. 5. Ну, у тебя Москва выбор 4 или 4. 4. Николаев. Я не боюсь проигрыша, знаете. Николаев. Совершенно. А сейчас ты не проиграешь, будет 2-2, если ты сейчас проиграешь. Ну так правильно, понятно. Проигрыша нет пока. Я вообще не вижу никакого счета, я просто получаю удовольствие. Игорь, решайте. Я в вас верю, Игорь. 4 ноты, это уже маловатенько, да, как бы?
Но. Или нормально? А, Ира должна угадывать 4 ноты. Да. Ира сказала 4 ноты. Угадывай все, Ириш. Угадывай из 4 нот. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе. Ой, напрасно, тетя, вы лекарства пьете, и все смотрите в окно. А я знала заранее, еще до того, как ноты прозвучали. А не с кем-нибудь в кино. Тра-та-там. Мы аплодируем Игорю Николаеву. Ире мы говорим до встречи в финале нашего шоу. И я уверен, она угадает все 7 мелодий за 30 секунд. Она же Дубцова, певица, победительница, композитор. Ирочка, яркая, красивая игра. Высадили, вышибли, что называется, двух красавцев, двух орлов. Да, сейчас единственное, они чуть-чуть загрустили. Двух композиторищ таких. Подсказывать здесь я вам не могу, но я так дам маячок, что ваших песен в суперигре нет, но песня одного из них точно есть. Поехали! По воде идет такой чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух по реке. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Пропустим, ничего страшного. Песня, песня известная. Дальше. Девочкой своей ты меня назови, часики. Часики, Валерия, верно! Ладно. Мелодия номер 3. Конечно ж, Витя, естественно. Господи, боже мой. Ну, естественно, что тут думать-то? Надежда. Надежда, мой компас земной, верно. Это я волнуюсь сильно. А удача, награда за смелость. Сейчас поаккуратней, слушаем. Добчко. Это Слава. Слава, конечно. Классный. Классный, верно. Да. Да, 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 да. Мелодия номер 5 очень известная. Почему я слов не помню? Да что ж такое? Птичка-невеличка. Малиновка. Пусть будет Малиновка. Защита на Малиновке, заслыша голоса. Заслышав голоса, боже. Потому что мы пилоты. Нет? О, нет, то, что тема авиации. Тема авиации вами угадана. Все выше и выше и выше. Стремим мы в полет наших птиц. Движение дышит, спокойствие словами, наших границ. Да, марш авиаторов! Засчитано! Поехали! Как капризная старуха. Что там? Петруха! Восток, дело Восток, тонкое! Восток, дело тонкое! Петруха! Верно! Да. Ира! О, боже! Неразгаданная мелодия номер 1. У вас 1 секунда. Ну ладно, там будет 1,5. Кнопку! Кнопку, кнопку! Успели нажать. Я там разговаривал, что кто-то там... по реке. Раз, Ирочка. Два. Понимаю, но не могу, пароход не знаю. Пароход Утесова. Ну не угадали вы ее. Ничего страшного. Всего лишь 1 мелодия неразгаданная. Да, злость, да, ярость и желание вновь прийти на эту программу и разгадать все оставшиеся мелодии. Ваши аплодисменты, Ирина Дубцова. Ир, ну бывает, ничего страшного. Не я подсказывал как мог. Замечательно. В прошлый раз я вообще продула в первом туре. Но в этом есть, кстати, такая большая мораль. Нельзя добиваться всего в этой жизни, потому что не захочешь больше чего-то желать. Нужно оставить что-то еще неисполненное, чтобы вернуться к этому и угадать все мелодии в нашей программе, то есть чтобы было к чему стремиться. До новых встреч, увидимся, счастливо, пока!